Очистка воды с помощью энергии солнца. Миф или реальность? На сегодняшний день примерно 1 миллиард человек во всем мире не имеет доступа к безопасной питьевой воде. И это является огромной трагедией всего человечества. Большинство заболеваний вызваны плохим качеством воды. И если раньше нехватку воды мы ассоциировали больше с африканскими странами, то в нынешнее время из-за стремительно нарастающих климатических изменений эта проблема появляется в совершенно неожиданных местах на планете. Дизайнеры инновационного центра Design Nobis во главе с Хаканом Гюрсу озадачились данной проблемой и разработали компактную переносную систему для очистки воды под названием Parabasol, которая предназначена для фильтрации воды в отдаленной местности, где источники воды настолько загрязнены, что вода в них непригодна для использования. Система состоит из двух канистр и резервуара для загрязненной воды, системы фильтрации и кипячения воды и двух контейнеров для сбора и хранения чистой воды. Процесс очистки происходит следующим образом. Сначала грязную воду из канистр заливают в специальный резервуар, откуда она, проходя через первый песочный фильтр для очистки грубых частиц, попадает в особую трубку, которая накаливается солнечными лучами, сфокусированными на трубке параболическим зеркалом. Вода в трубке нагревается до 400 градусов Цельсия, превращаясь в пар. На этой стадии происходит обеззараживание воды путем кипячения. Затем пар конденсируется на бронзовой спиральной трубке и подвергается финальной фильтрации от посторонних запахов и примесей через угольный фильтр. Таким образом, система Parabasol превращает грязную зараженную воду в безвредную питьевую. Абсолютно чистая вода накапливается в двух баках. Это сделано для удобства, так чтобы сразу два человека могли одновременно подойти к двум кранам и взять воду, не создавая очереди. За один прием можно очистить до 170 литров воды. Преимуществом данной системы является ее абсолютная автономность и компактность. Ее можно использовать везде, где есть открытое солнце, даже на очень малых участках Земли. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей использования компактной переносной системы для очистки воды Parabasol. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info@geocenter.info с пометкой для климат-контроля. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatra-science.org, а также в докладе ученых «Allatra Science» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.